Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 июля. Сейчас я буду собирать все мои томаты, и когда я их соберу, сложу кучками, я быстро-быстро вам покажу, и вы увидите, каких томатов сколько поспело. Каждый ролик буквально там будет по полминутки, надолго не задержит, но количество урожая все равно нужно смотреть, конечно, и поэтому вы посмотрите, какие томаты, когда, ну, нынче у нас все перепуталось. Хотела сказать, какие томаты, когда вперед поспели, нынче у нас они поспели все в одно время, просто посмотрите количество, все. Ну вот, сколько смогла, обобрала, жара не дала мне снять весь урожай, потому что там невозможно, жарко. Не дошла до Вовы Путина, не дошла до Демидова. Пусть пока висят, ладно. Ну вот смотрите, даже по кучкам видно, что очень хорошая кучка у толстого Джека. Но это же только еще первый, он же еще будет плодоносить. Потом вот, ой, ну а что, сейчас мы попробуем приблизиться. Так, подождите. Вот у толстого Джека очень хорошая кучка, вот эта вот, которую я показываю. Так, потом... Следующий, за ним это Спиридон, кучка хорошая, но видите, они помельче, они уже такие. Хорошая кучка, вот, много этих русских колоколов, их прям куча, не то что кучка. Там еще, вот, любимый праздник, тоже довольно-таки много назрел. Слева вот это вот у нас... Сейчас, подождите. А, это Королевский. Потом Госпожа Удача. Дальше там Настенька. Ну, вот сейчас я это чудо земли вам покажу. Встану прямо сейчас. Да я села, не могу. Жара такая. Уже не рада, что взялась. Сейчас подойду, покажу чудо земли. И монгольского карлика. Монгольских карликов пришлось снимать и спелых, и бурых. На них слизни напали, не дают покоя. Толстый Джек. Вот это вот у нас малыш Спиридон. Их много, но они, видите, какие маленькие скороспелочки. Но тоже хорошо. А вот это вообще прелесть. Русские колокола. Прям светятся все. Так, это у нас клушка. Вот он, любимый праздник. Вот вкуснятина. Вот это вот мясистые, сладкие. Потом вот это у нас Королевский. Тоже хорошо дал. Потом вот это Госпожа Удача. Вот это у нас Настенька. Демидова не стала даже отбирать, жара. Вот к чему я шла. Чудо земли. Видите, какие хорошие, крупные. Я их ожидала позже, но из-за жары тоже поспели. Надо батарейку взять на весы свешать. Конечно, они должны быть больше, но в такую жару я этому рада. И сейчас дойдем мы до монгольских карликов. Тут еще маленько вот пудовика лежит. Вот монгольские карлики. Пришлось снять и бурые, и красные. Не дают им покоя эти... Слизни дырявят их и все. Видите? Все на них напали. Слизни какие-то там двуххвостки еще внутри. А вот дырка. Он бурый, а уже его кто-то грызет. Обснимала все. Ну все, завтра приду. Все, что осталось спелое, сниму. Потому что я говорю, что здесь вот Демидова вообще не стало даже снимать. Он еще повисит. Он такой тверденький, хороший. Сняла только те, которые уже сильно спелые и которым висеть дальше чревато. Нельзя допускать их переспевания. Вот в такой фазе как раз самые хорошие с них будут семена. Ну все, до свидания. На завтра работы мне полно.